Осенняя сессия молдавского парламента стартует 15 сентября. Соответствующее распоряжение подписал спикер Игорь Гросу. Отметим, что с 26 августа до 8 сентября проходит внеочередная сессия законодательного органа. На ее первом заседании депутаты приняли в первом чтении несколько поправок в закон о бюджете, которые предусматривают увеличение заработной платы бюджетников на 5,5%, предоставление единоразового пособия в 1500 леев пенсионерам, получающим меньше 5000 леев в месяц, и выделение помощи в 3000 леев бюджетникам с зарплатой до 15 тысяч. Эти проекты будут рассмотрены во втором чтении 8 сентября.